Рождение ребенка зачастую вынуждает молодую маму на время посвятить всю себя малышу. Работа и карьера отходят на второй план. Но когда дети подрастают, женщина начинает задумываться о возвращении на рабочее место. До декретного отпуска Зоя Савчук трудилась в 6-й школе педагогом-организатором. Сейчас в семье подрастают уже двое детей. И заранее готовясь влиться в трудовой процесс, она узнала, что в школе есть потребность в логопедах. Эта профессия ей раньше была по душе. Посоветовавшись с директорами и коллегами, решила расширить свой педагогический диапазон и пройти обучение на логопеда. Для себя поставила, что я хочу в эту сферу, и как бы я другого даже не рассматривала. Обучение происходило дистанционно, ну, так как мамы в декрете могут работать только ночью, поэтому все курсы и тесты решались только ночью. Все остальное время было посвящено, естественно, детям. Переподготовку проходила в Сургутском педагогическом университете. Учеба длилась 3 месяца, и хлопот не доставила. С положительной стороны всегда на это смотрю, когда есть дополнительное, да, дают возможность дополнительно обучиться, я думаю, это никогда никому лишним не будет. И тем более есть возможность обучиться, будучи в декрете. Курс был очень познавательный, глубокий и, что немаловажно, был доступный. То есть было легко и просто, да, вот в освоении этой специальности. Так что время декрета педагог использовала с большой пользой. Получила новую профессию и без отрыва от семьи. С сентября влилась в новую сферу деятельности. Ведет занятия с 19 учениками. Упражнение называется «Маляр». Мы должны покрасить наш потолок во рту. Бесплатно повысить свою квалификацию или получить новые профессии могут женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях. Деньги на это выделяет бюджет, а отправляют мам за парту службы занятости. В рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» в 2020 году организована профессиональная подготовка для 13 женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. Обучение проходило по востребованным на рынке труда профессиям. Это такие профессии, как кассир торгового зала, приемо-сдатчик груза и багажа, кладовщик. Также была организована профессиональная переподготовка. Это для женщин, которые находятся в декретном отпуске. Такое обучение дистанционно прошли еще 28 женщин, у которых сейчас временный перерыв в карьере из-за отпуска по уходу за ребенком. Востребованными среди них стали направления управление персоналом, охрана труда, социальная работа, логопедия. Служба занятости тесно сотрудничает в этой сфере с Сургутским педуниверситетом, Нефтеюганским политехническим колледжем. Все женщины успешно завершили переподготовку. Думаем, что знания, которые они получили, помогут кому-то в трудоустройстве, а кому-то повысить свой профессиональный уровень. Учиться никогда не поздно. Тем более, как говорится, прокачать свои навыки можно бесплатно и в удобной форме. Главное, чтобы саморазвитие было полезным и интересным.